Подошла к концу 28-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Обговорили главные задачи на будущее, подвели итоги года. Благодаря командной работе региональное отделение лидирует по многим направлениям. За год партийцы провели более 12 тысяч мероприятий. В числе крупнейших – «Диктант Победы», проект «Лица героев». Всего в Подмосковье 54 местных отделения партии. На конференции отметили лучшие. Среди них и Одинцовская.